Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. О книге «Капитанская дочка» расскажет менеджер Центра поддержки предпринимательства Ольга Руськина. Само название «Капитанская дочка» – оно от имени одной из главных героинь Машеньки, дочки капитана Миронова. Ранее я с этой книгой познакомилась еще, когда училась в школе. Но в то время я ее прочитала, потому что это нужно было по школьной программе. Сейчас я ее перечитала заново, так как мой ребенок также учится в школе, им задали ее читать, и мы вместе с ним ее читали. И прочитав ее уже в таком осознанном возрасте, я восхищаюсь мужеством, честью главного героя Петра Гринева. Ведь на самом деле ему было всего 16 лет. Это был молодой парень, мальчик, у которого были все привилегии в семье. Его баловали, у него было все хорошо. И он планировал, что его отец отправит служить в Петербург. Но вместо этого отец его отправляет служить в Оренбург. Эпиграф книги – это «Береги честь с молоду». И действительно, во всей книге прослеживается, что Петр Гринев с возраста 16 лет отстаивает свою честь, показывает жесткость своего характера, любовь к своей родине и любовь к девушке, с которой он знакомится в процессе поездки в Оренбург. И когда он приезжает в Оренбург, там он знакомится с Машенькой и со Швабриным. Так как Швабрин ему был более близок по духу, он, естественно, поначалу прислушивается к тому, что он ему говорит. И Швабрин плохо отзывался о Марии. Но, пообщавшись с Марией, у Гринева складывается свое мнение о девушке. Она ему начинает нравиться, он в нее влюбляется. А впоследствии он узнает, что Швабрин ранее к ней приходил свататься и получил отказ. И когда Швабрин увидел, что Марии тоже нравится Петр Гринев, у них возникает конфликт, где далее у них потом поединок, в процессе которого Гринев получает ранение. И Машенька за ним ухаживает. Они влюбляются, и Гринев хочет взять в жены Марию. Но по обстоятельствам, которые изложены в книге, у них это не получается, потому что отец не дает благословения на этот брак. Далее там появляется один из главных героев, это Пугачев, где дальше происходит захват крепости, и героев принуждают отречься от власти и пойти служить к Пугачеву. Швабрин с легкостью это делает, а Петр Гринев показывает свое мужество, что лучше вы меня повесьте, чем я присягну, откажусь от своей веры и присягну служить Пугачеву. И когда Пугачев видит действительную веру и правду в Гриневе, он его милует и далее дает ему, освобождает его. Швабрин служит Пугачеву, а Марию Пугачев забирает себе. И Петр Гринев хочет освободить девушку. Он направляется снова, несмотря на то, что его освободили, а Пугачев его помимо освободил, он снова возвращается за своей девушкой и пытается ее освободить. А Швабрин говорит Пугачеву, что это царский сын, что его, ну, что он плохой, его нужно повесить. А я думаю, будет полезно прочитать ее уже и в более взрослом возрасте, когда у тебя уже вырастают свои дети, и немножечко уже с высоты своих прожитых лет по-другому посмотреть на данный рассказ, повесть, роман. «Служи мне веру и правду, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?» «Нет», – отвечал я с твердостью, – «я природный дворянин, я присягал государине императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». «Капитанская дочка», Александр Сергеевич Пушкин. К прочтению рекомендую.